Как играть? Начните играть в игру. Гениально. Опять об меня падут люди. Вы можете трансформироваться в любого радужного друга. Это ваш выбор. Ну, конечно, а чей же еще? Так, понятно. Я думаю, мы разберемся. Всем привет, ребята. Это вторая часть Morphplace'ов Радужных Друзей 2. И тут снова падают люди. Но я в этот раз ни при чем. Они сами по себе просто падают. Даже не знаю, такая странная загрузка. Зато тут нет лагов. И я вижу уже два новых морфа, Циан и Йеллоу, причем оригинальные модельки, очень красивые. Брудмазер, паучиха какая-то. Закрыто. Очень креативный морф, то есть они не просто слезали карту радужных друзей, а еще и переделали под стиль радужных друзей. О, радужный, ой, блин, о, оранжевый. Слушайте, но эту карту слезали, ладно, я не ошиблась немножко. Так, вот все доступные морфы радужных друзей, даже есть пинки, то есть не пинки, а гуи. Розовый, оранжевый, коричневый, зеленый, розовый, циан и желтый. Давайте полетаем на желтом. Скейр. Кусается желтый. Ну-ка, полетать мы сможем? Только прыгать. Теперь хочу циан. Вот за Санта мы не играли. У циан, смотрите, аж две кнопочки. Это когда она, значит, коробку ищет. Присматривается, да? Это когда она злится. Когда злится, смеется, что-то такое делает. Похоже на смех, если честно. Ну вот, не знаю. Гуи. Гуи должен плеваться и кусаться. Я знаю, что у него как минимум три анимации есть. Так, ну здесь он делает что-то какое-то просто. Непонятный поворот. Это такую анимацию я точно не знаю. Грин. Классический джампскейр грина. Ну и блю, и оранж я даже смотреть не буду. Все как обычно. Давайте возьмем оранжа, потому что он мобильный. Почему-то оранжа сделали очень медленным. Да, цены то быстрее как-то. Квест. Сложите пазл, чтобы заработать эксклюзивного морфа. Хотите начать? Да. Так, Ниппон. А где ж квест? Waiting for players. Надо идти туда. Так сказали мне. Waiting for players. Это вот сюда надо. Можно сесть. Давайте цен посадим. Шо? И что? Вот квест, смотрите, вот где квест оказывается. Меня просто прокатили в обоих смыслах слова. Вот оно, где квест. Квесты, где гаражи. Тут, кстати, гаража нету в оригинальной игре. Это какой-то выдуманный гараж. Вот рядом с коробкой Блю. Вот, надо спускаться на лифте в квест. Ой, интересный морф, ребята, блин. Неожиданно интересный морф. Тут даже квесты какие-то есть. На все морфы ссылки будут в описании. В описании. Меня все время спрашивают, как называется игра. Дай ссылку. Все в описании. И причем я все время говорю это во всех роликах. Два циана сидят друг за другом. Ой, что это было? Завершите пазл. И откройте паутинки, короче, и получим морф крутой. Вот это я понимаю. Не просто ходить собирать, а еще квест выполнять. Вот это совершенно другое дело. Это интересно. Ага, я пойду тогда туда. Тот циан пошел туда. Я пойду сюда. Вот кнопка. Используйте flickering lights. Ну, для тех, кто не хочет возиться, я кодик подберу и скажу, короче. Короче, попадался, ребят, кто хочет сам расшифровывать без подсказок, вам нужно будет взять листок и ручку и короткие писать как точка, как длинные как черточка, и порядок уже самим подбирать. У меня получились цифры 2, 5, 3 и 1. У меня получилось! Короче, это азбука Морзе. И вы можете загуглить, как ее собирать, но проще всего вам взять листок, ручку, коротенький записывать как точка, длинный как черточка. И потом вы будете подбирать рандомно, что подходит. Короче, у меня получилось. Это кайф, это круто. Сейчас пойду другие решать, тут походу никто не умеет это решать, только я. Вообще никто не умеет решать. Только я умею решать. Йеллоу вообще нуб, ты нуб, ничего не умеешь решать. Нуб. А здесь уже буквы. Я надеюсь, что нет. Не пойму. Ёпарасте, это обратно надо как-то. Декод. Надо декодировать. Ни хрена себе Morphplace. Как его декодировать? Ну, я подозреваю, тут 4 цифры. Здесь плохо то, что тут 2 знака равно. Я не вдупляю, честно, что это за шифры. Облазила весь интернет. Узнала до хрена всяких разных шифров. Но это вообще не вдупляю. Скажи, вот эта хрень. Она точно означает одну цифру. Но вот нигде не говорится про то, как используются 2 знака равно. Не знаю, как это решить. Давайте просто пропустим. Вроде это недорого. Как хорошо, что недавно я пополнила робоксы. А вы не знаете, как пополнить? Не, вы что, точно не через робокс. Вы ведь заметили, что с нынешним курсом покупать невыгодно?
выгодно. Да иногда это сделать просто невозможно. Да я знаю, что на GGSL покупать Robux удобнее, и предмет эксклюзивный тут стоит дешево. Ого, вы еще помните эту тарелку? Самое время приобрести, если вы этого не сделали ранее. Смотрите, тут продают Discord Nidra за копейки. И это дико нужная вещь сейчас из-за блокировки. А вы тоже не забывайте обращать внимание на отзывы. Здесь море довольных отзывов. О, 400 робоксов. И тут ниже на 97 рублей. Можно купить хороший VPN. Здесь есть Fortnite, GTA и Rust. Можно купить игры из Steam и посмотреть отзывы. Все, что заблокировано, разве что только тут и купишь. Больше не парься из-за блокировок. Хотя на GGSL очень много продавцов, ведь это целая площадка. Ты можешь все безопасно купить. Ведь деньги не пойдут напрямую продавцу. Они сохранятся в системе внутри. И если вдруг что-то будет не так, можно легко связаться с поддержкой и вернуть себе потраченные деньги. И да, поддержка очень продвинута и всегда на связи. GGSL. Переходи по ссылке в описании. Совместите кусочки путей в конце. Чё за кусочки? Где они? А, надо кликнуть. Смотрите, будет мини-игра. А, ну это легко. Это трубы просто. Или чё? Не пон. А куда тыкать? Чё за шахматы нафиг? Не это не работает, не это. Чё за баг, блин? Короче, у меня забагалось это. Вообще ничего не могу сделать. Вес придется пропустить. Йо, чё так много? Вы чё? Нет. Вот попрошайки, блин. Просто выключили у меня 100 баксов. Итого мы пропустили два задания, получилось решить одно, второе какое-то очень сложное, другое забагалось, но мы получили скин. И хорошо, если вы успеете его забрать, а если вас обрубят интернет или вам выключат компьютер, то нифига вы не получите. И все ваши труды и траты робоксов напрасны. Кстати, почему у меня призрачный какой-то скин? В лобби надо идти. Ты неудачник, ничего не можешь сделать. Все, еду на лифте обратно, скин мы получили. Кое-как. Капец, мы подниматься вам вечность. Поднялись, наконец. Только я теперь призрак. Я там сдохла, пока решала эти головоломки. Все, кто решал эти головоломки, просто умерли и стали призрак. Все, здесь мой скин. Вот он мне открылся. Ну, согласитесь, интересный плейс. Шифры, правда, пипец тяжелые. Но если потратить время, можно разобраться. Вот. Вот такой паук. Не знаю, из какой это игры, ребята. Если вы знаете, подскажите. Очень крутой паук, я даже не знаю. Никакого отношения к радужным друзьям нет, но выглядит круто. Голова, правда, почему-то отдельно. Вот такой у него джампскейр. Прикиньте, если в спайдере был такой паук. Давайте пойдем на следующий плейс. Тут есть мерч платный, естественно. О, 9 рубаксов, всего дешево-дешево. Пропал ничего так, да, ничего. И тут у нас новый мем со скиби-туалетами. Да, я не очень люблю этот мем, поэтому не буду уделять ему сильно много внимания. Вот, туалетная бумага. В тему. Так. Да, в общем-то, нам нужно идти искать нормальные морфы. Туалет, кстати, бесплатный. Вы можете стать туалетом вот хоть сразу. Правда, у него какое-то странное управление. Как будто вы на машине едете, то есть он скользит как-то. Да, как-то скользит. Ни джампскейра, ничего. Можно стать блю, как всегда. Классика. У блю есть джампскейр. Анимации все. Так будто он танцует. Да. Танцует на тусе просто. Анимация убийства. Игрока поймал и порвал, оторвал башку. Ходьба. Сон есть анимация, ой. Кивает вниз и поднимает башку наверх. Вы кто такие? Когда он упал, какая-то старая анимация, которой сейчас уже в игре нет. Вот так он мог бы пролезть к игроку. Тут текстур почему-то нет на карте. Во, он мог бы забраться в пещеру, прикиньте, вот так вот. Это вообще жесть. Чего с текстурами на карте? Event Crash. Анимация, когда он в позу кошки вытягивается. И так у него ноги подминаются, как будто они из ваты. И тут почему-то карта какая-то ломаная, текстурок нет. Но зато морфы бесплатные. Есть даже морф Фиол еще, вот. Это просто кусок морфа, который куда-то тычет пальцем. И зубы у него какие-то поломанные. Вот. Анимации какие-то у него тоже все поломанные. Сидеть он не может, забираться не может. Зато есть Ред. И у него все норм. У него есть убийство, бег. Бегает, как он, смотрите, здорово. Ой. И обычная. Ничего не делает. Гуи. Может он плеваться? Да, Гуи здесь может плеваться. Поедать игроков, так скажем. И даже анимация бега у него есть. Она очень прикольная. Кинематик интро. Который у него должен быть. Откуда-то он выглядывает. Появляется и оглядывается. А потом обратно прячется. Представляете, Гуи реально должен был бы быть...
но его решили не добавлять. А вот должен был быть. Yellow нету, есть зато Циан. Циан не анимированная никакая. В общем, морф так себе, но вот зато есть туалет. Бесплатный. И самое странное, наверное, из тех плейсов. О, у меня уже винтовка, и я уже целюсь в кого-то. Ну-ка. Попало только, почему-то чел не умер. И тут оружие и радужные друзья. Вы не поверите, как-то так сочетают, что рядом оружие и радужные друзья. О, нет. Кажется, я знаю, что это. Я это уже видела миллион раз. А топ-плеер продержался 5 часов. Чувак просто ни на что потратил жизнь. Но зато их можно отстреливать. Блин, там реально желтый. Его можно убить. Да, его убить можно. Блин, смотрите, можно рыжего убить. Можно красного убить. Эти красного убьем, и Реда за все, что он сделал, блин. Какой тир очень кривой. Карты как таковой нет, просто вот поляна такая. Брокколи какого-то торчит огромное, непонятно, что это. А, я не хочу падать. Давайте убьем. Блю, блин, что у него там за прыщ на спине такой? Ой, как это? У меня прицел почему-то со спины идет. Не должно быть так. Все, убили. Убили оранжа, целится довольно легко. Не знаю почему. О, грин. Грин еще давайте застрелим. Циан, блин. Циан, давайте. О, нифига, у него зубы вываливаются отдельно. Но вообще-то задумка сама по себе неплохая. Можно было бы запариться и вообще сделать хорошо. Знаете, из пистолета. Ой, из пистолета вообще невыгодно. Вас догонят быстрее. Он на снайперке без прицела лучше. Смотрите, какой огромный ред, вообще офигевший. Бешеный, мутировал. В общем-то, такой незатейливый шутер. Больше 5 минут вы тут не продержитесь, скорее всего. Рыжая колбаса, это сейчас на меня бежит. Он надоест, потому что тут жесть, кривые модельки. Что с этим? Можно стать Амогусом, и им же можно стрелять. Прикиньте, как? Получай, блин, блю. Тут перезарядка очень долго у пистолета. Вообще пистолет невыгодный. Лучше брать... О, блин, на меня Йеллоу бежит так. Лучше брать винтовку. У него еще бронежилет, блин. А мы-то думали, о чем он в железе ходит. Вот в чем дело. Это бронежилет и пропеллер 2 в 1. Можно вот такую маечку одеть. Неплохо, неплохо. Да, еще и пушку при этом носить. Довольно специфическое место. Так, телепорт. Блин, ну, конечно, порвали нафиг. У вас жизни тут нет. Можно сказать, она одна. Вот. Трэш плейс. Можно волосы одеть. Полный трэш. Можно двое волос одеть. Почему бы нет? Кто выдумывает такие плейсы? Это ж вообще ужас. Хуже нет просто. Просто нету. Вот такие вот плейсы. Настолько они ужасные, что я стою у помойки, что хочется их выкинуть на помойку. Ужасные просто плейсы. Ссылку на все плейсы